Итак, комплектация. Инструкция, сама машинка, пульт управления, питается от трех батареек АА, зарядка. С вот таким вот выходом. Это для батареи, которая находится в машине. И давайте посмотрим поближе на машину. И откроем, посмотрим аккумулятор. Аккумулятор отключен на 700 мАч. Вот так, 4 батарейки, или это АА700, я не знаю, что это означает. В общем, вот такой вот маркировка на батарее. Она по умолчанию отключена. Сейчас мы ее зарядим, включим и пойдем на улицу испытывать. Подожди. Отходи. Нет, то кузов для него сейчас. Все хорошо. Он не пойдет, что ли?